Здравствуйте, ребяточки и девчаточки, я рад вас приветствовать на своем канале Жук-Муравейники, с вами дядя Саша. Великий и ужасный. Значит, история заключается в следующем. Сегодня зашел с утра в Дискорд и увидел, что пользователь с ником Джон опубликовал следующую видеозапись. Он, правда, спрашивал, что это за место, но меня больше заинтересовало не что это за место, а что это на картинке. Итак, чей видос, не знаю. Надеюсь, ничьи авторские права не затрагиваю. Видос не мой, качество не очень. Давайте посмотрим, а потом попробуем задать себе вопросы и ответить на них. Так, давайте, зырим. На видосе изображена зона запустения. Зона запустения. Автомобиль стоит, когда идешь в сторону перехода к шахте номер 3. В сторону перехода в Старый остров между зонами. Качество хреновое. А лучше можно сделать, а лучше сделать нельзя. Вот, тут, короче, бак открыл, показано, что 37% в баке горючего налито. Угу. Вот. Открывает, закрывает бак. Ну, баки вроде сейчас открываются, закрываются, но уровень горючего там не показан. Здесь показан уровень горючего 37%. Значит, сел в машину. Ага. Ну, радио у нас работало и раньше. Вот, радио, вколойкал. Хорошо. Но тут теперь активен... Громко. Активен ключ. И дальше оно поехало. Я думаю, что это монтаж все. Но инфы никакой по этому поводу нет. Если монтаж, то очень умелый монтаж. Собственно говоря, за что купил, за то и продаю. Не знаю, кто сделал и зачем, но он большой молодец. Он привнес сильное оживление в наши... сообщество любителей поиграть в The Long Dark. Вот такие дела, ребятушки, девчатушки. Если знаете, откуда видос, кто его автор, сообщите мне, пожалуйста. Буду вам очень признателен. Но я на самом деле глубоко уверен, что это все-таки монтаж. И ни на каких машинах никуда никто ездить не будет. Но сейчас она остановится. Сейчас точило остановится, двигаться перестанет. И персонаж из него выйдет. И вроде как тачка будет стоять передвинутая. Но в принципе это несложно сделать, вы знаете. При должной умении. Это я такое не могу. А есть люди, которые могут и не такое вытянуть. Но руль не крутится, да, видите, руль не вертится. Так что, вот, ага. А, нет, как персонаж высаживался из тачки не показано. Сразу показано, как точка стоит. Нет, нам еще раз не надо. Нам, пожалуйста, отсюда выйти. А как нам отсюда выйти? А я не знаю, как нам отсюда выйти. А вот так нам отсюда. Тут вообще качество меняется. Нет, качество тут не меняется. Понятно. Все, друзья мои. Вот такая вот история, короче. Пишите ваши комментарии. Делитесь мнениями относительно мастера умелые руки. А я за сим с вами прощаюсь. Желаю удачи в игре. Остерегайтесь серых штурмовиков. Увидимся.